нас несколько новых игроков. Мы будем работать здесь, в этом залу, 3 недели, я думаю, потом на Лавочкину будут тренировки. Я не знаю сейчас, после нескольких тренировок будет понятно. Первая задача – есть прогресс игроков. Прошлый год, и это будет первое, потом смотрим команду, как играет, что сбивается. Але прогресс игроков индивидуальный – это первое. Мы имеем несколько новых игроков. Будет чуть-чуть тяжело сделать заново команду, которая может играть хороший баскетбол, но это наша задача. Я не знаю сейчас, через несколько дней будет больше понятно, чем сейчас. Но игроки уже начали тренировки до сбора. У них было задание на лето, и они тренировались почти все лето. А что касается тренера, он всегда скучает после длительного отпуска и хочет быстрее попасть в зал. Ну, задача у нас и в том году была не выиграть чемпионаты, да, а вырастить и сделать так, чтобы игроки максимально сильно прогрессировали. И задача остается в этом же сезоне. Тяжело оценивать, хорошо или плохо. Двое игроков были привлечены в основную сборную команды России. Это означает, что игроки прогрессировали. Правильно вы сказали, а когда заканчиваешь на приятной ноте и выигрываешь эти чемпионаты, это вдвойне приятно. Начинаем сезон с хорошим настроением. Будем работать, делать себя лучше. И, ну, буду как бы стараться входить в форму, пока как бы она не полностью как бы в своих кондициях. Но будем стараться и с каждым днем работать лучше и лучше. У нас был просмотровый сбор для молодых игроков. И после него я уже уехал в U20 сборную. Мне позвонил менеджер основной сборной, сказал, что вызвали на основной сбор уже. Вообще, после сборной было время отдохнуть. Я отдохнул, в принципе, 2 недели, наверное, и начал уже готовиться к сезону. Ну, конкуренция в ЦСКА всегда очень хорошая. На каждой позиции по несколько хороших игроков. А по задачам на сезон, я думаю, у нас каждый год одна задача – это развиваться. Как-то какие-то индивидуальные качества, игровые, и ну, попасть в основную команду. Москва! ЦСКА!